여러분 안녕하십니까? Здравствуйте. 하나님께서 정말 좋은 악기를 만드셨습니다. Господь сотворил прекрасный инструмент. 목소리보다 더 좋은 악기는 없는 것 같습니다. Нет такого инструмента, который был бы лучше голоса. 늘 그라시아스 찬송을 들으면 막 감동을 받습니다. Я каждый раз получаю глубокое впечатление, слушая прославление хора Gracias. 음을 만들어낼 수 있을까? Вот я думаю, как они могут создать такой звук? 음을 감격스럽습니다. Я получаю глубокое впечатление. 하나님 그라시아스 합창 노래를 하는데. Да, перед моей проповедью всегда выступает хор Gracias. 노래에 젖어서 설교를 시작하고. Знаете, я впадаю в музыку их, затем выхожу проповедовать. Сегодня мы прочитаем 21 главу Евангелия от Матфея. Пожалуйста, откройте 21 главу Евангелия от Матфея. Будем читать с 33 стиха по 46 стих. Если вы открыли, я начну читать. 다시 한 비유를 들으라. 한 집 주인이 포도원을 만들고 산후를 두르고 거기 적지 않은 구유를 파고 망대를 짓고 농부들에게 세로 주고 타국에 갔더니. Вы слушаете другую притчу. Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. 실과 때 가까움에 그 실과를 받으려고 자기 종들을 농부들에게 보내니. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградари, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец, послал он к ним своего сына, говоря, «Постыдятся сына моего». Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу, «Это наследник, пойдем убьем его и завладеем наследством его». И схватив его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорит ему, злодеев сих предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои. Иисус говорит им, «Неужели вы никогда не читали в Писании камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла? Это от Господа и есть дивно в очах наших». Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие и дано будет народу, приносящему плоды его. В Библии очень много слов, которые мы не понимаем. Хотя мы думаем, что знаем себя лучше всех, но на самом деле это не так. Да, люди не представляют, что могут творить такое зло. Я в колониях 10 лет проповедовал осужденным людям и проводил с ними время. 10년도 매주 월요일 날 오후에는 제가 교도소에 가 있는 시간들이었습니다. 10 лет подряд каждый понедельник после обеда я ездил в колонии. 그들이 교도소에 와 있지만은 자기들은 교도소 올 수 있는 사람이라고 생각해 본 적이 한 번도 없습니다. Да, хотя эти люди сидят в колониях, но они думают, что не должны там находиться. 사실 우리가 성경을 읽으면서 신앙을 시작할 때, вот, когда мы читаем Библию и начинаем духовную жизнь, 대부분 사람은 자기 자신을 정확하게 잘 모른다는 거죠. То большинство людей плохо знают себя. 하나님 이스라엘 백성들에게 출애굽기에서 얘기했습니다. Да в книге Исход Господь сказал народу, 너희가 내 말 다 지키고 행하면, если вы исполните мое слово, 복을 내리겠다 했습니다. Я вас благословлю. 다시 인간들 가운데 하나님의 말씀 그대로 지키는 한 명도 없는데, да ни один человек не смог исполнить слово Божие. 그들은 하나님께만 우리가 다 지키겠다고 약속을 했습니다. Но они сказали Господу, да, мы будем соблюдать все твои слова. 한 명도 빠지면 다 하나님의 법을
Но все они до единого нарушили Слово Бога. Вот это показывает, что мы плохо себя знаем. Когда мы читаем 21 главу, то воспринимаем это как историю о винограде. Но эта история касается нас. Но мы не думаем, что являемся такими злыми людьми. Но если в этих историях Библии увидим себя, то после такого люди будут вести духовную жизнь намного легче и спокойнее. Я знал одну женщину. У нее было очень красивое лицо. Она была образована, она была хороша во всех сторонах. И пройдя однажды мимо одного дома, она встретила там молодого человека. А у этого молодого человека были ограниченные возможности, он был хромым. И этот человек, когда ходил на своих ногах, он должен был скручиваться. И это был ужасный вид. И агасинен кьянг кэ чэнгэнэ басэ, ай, чэм пульсангада, моми чэрэке апугуна. И она, когда увидела этого парня, то пожалела. Да, этот человек инвалид. Как же жаль. И так они встретились один раз, потом два раза. И потом, какие мысли начали появляться у нее? Вот если бы я стану женой его, то я могла бы заменить его ноги и начнем жить вместе, то он, скорее всего, станет очень счастливым. Если мой муж будет счастливым, то и я буду счастлива. Да, у нее появились такие мысли просто. Да, она заметила, как ее старшие сестры после замужество ссорятся. Вот, если я стану женой этого человека, то мы будем счастливыми вместе. Если муж будет счастливым, то и я буду счастливым. Какая разница, что у него проблемы, что он хромой? И агасия, кэ дарибёнг, чинча хёнгчихаге, мак, он момэл битэлмэсо кэннэн кэ дарибёнгшинэке. Да, и ее душа начала притягиваться к этому инвалиду, который с трудом ходил. Так она сама увидела, что если она выйдет за него, то он станет весьма счастливым. И поэтому ее душа постоянно начала притягиваться к нему. И каждый раз она выходила на улицу в то время, когда эта мужчина проходил мимо, она издалека смотрела на него и была счастлива. И когда прошел один год, да, она очень сильно начала любить этого человека. Однажды она сказала своей маме: «Мама, вот я думаю насчет замужества». И мама очень сильно удивилась. «Ой, неужели у тебя есть молодой человек? Чем он занимается? Где он живет?» «Мама, я не это имею в виду. Я просто подумал об этом». «Вы что, ни разу не встретились с ним?» «Нет, мы встречались. Я просто вот издалека стояла, смотрела на него». «Так кто же он? Где он живет? Чем он занимается?» Маме стало очень интересно. Мама, это не то, что ты думаешь. Так ты просто расскажи мне. Ты же говоришь, хочешь выйти за него. Не, я просто подумал об этом. Нет, ты мне расскажи, кто он. И она рассказала. Ты помнишь молодого человека, который хромает в соседнем районе?
깜짝 놀랐어. 이 마마 очень сильно. 무슨 농담하는 거니? Получила шок. Ты что, шутишь? 아니, 그냥 그렇게 생각해 봤어요. Да нет, я просто об этом подумала. 미쳤어. Ты что, сошла с ума? 네가 왜 뭐 때문에 그런 병신하고 결혼하려고 해? Почему? Зачем тебе нужно жить? С этим инвалидом. Нет, я мама, я просто об этом подумала. Ты что, шутишь? Да, мама знала, что дочка в брачном возрасте, и поэтому она тоже ждала. И она была очень сильно удивлена, когда узнала, как, в кого дочка влюбилась. Мама, что ж такого, что он инвалид? Какая разница, что он не образован? Если я стану его женой, он станет счастливым. Если он станет счастливым, то я буду счастливой, разве не так? О, моя старшая сестра вышла замуж за умного человека, теперь они каждый раз ссорятся. Она рассказала об этом отцу. И большая суматоха поднялась в этом доме после этого. Как бы родители не уговаривали, дочка не слушалась. Я не хочу умного, хорошего человека. Если только я стану супругой этого человека, он станет счастливым. Если он станет счастливым, то я стану счастливой. Однажды она пошла к этому человеку домой, в гости. И тогда его родители спросили, что привело вас сюда? Я хотела кое-что сказать вам. И она начала говорить его родителям и этому молодому человеку. Я не уверена, что я могу сказать вам такое. Но вы понимаете, что я в брачном возрасте. Я хочу выйти за вашего сына. Я хочу принять его как своего мужа. Я хочу всю жизнь жить ради своего мужа. Тогда родители молодого человека испугались. Девушка, это не имеет никакого смысла. Наш сын инвалид. У него нет денег, у него нет образования. И у него нет работы. А разве это проблема? Я все это знаю. Но у меня появилась любовь к этому человеку. Я хочу стать ее женой. И я хочу всю жизнь жить и служить моему мужу. Да, хотя родители внешне были против, но внутренне они обрадовались. Да, каждый раз, когда она приходила к ним в гости, весь дом наполнился весельем, радостью. И, наконец-то, они поженились. Никто из ее семьи не пришел. И у них была такая скромная свадьба. И они вместе проводили счастливые дни. Вот они садились за один стол в большой комнате и завтракали вместе всей семьей. И позавтракав, никто не мог встать, они сидели дальше, разговаривали между собой, смеялись. Да, таким образом она проводила самое счастливое время там. И эта женщина подумала, да, разве это проблема, что они бедные? Разве это проблема, что он инвалид? Если мы счастливы, то этого достаточно. Да, скажите, кто может быть счастливее нас? И когда она говорила, то вся семья смеялась, вся семья веселилась. Да, они продолжали смеяться. Да, это был самый счастливый дом в этом мире. Они были очень счастливы и продолжали быть счастливыми.
Да, и она хотела, чтобы такие дни дальше длились навсегда. Но, однако, это счастье не могло длиться долго. Как вы думаете, почему так? Почему счастье не могло длиться долго? Когда мы живем счастливыми, то дьявол этому завидует, и он не может терпеть. Поэтому всеми способами дьявол старается разрушить наше счастье. Я не знаю, кто так сказал, но, может быть, по этой причине. Да. Через несколько месяцев, да, они были по-настоящему счастливыми. Они душой любили друг друга. Хотя у мужа были проблемы со здоровьем, но они не ощущали это на себя. Они любили друг друга. И муж был очень счастливым. И потом тёща и тесть, свекровь. Все были счастливыми. Да, как будто бы в этом доме открылся источник счастья. Но к несчастью. Да, хотя они хотели, чтобы счастье длилось долго и долго. И все думали, что будет все хорошо, все будет в порядке. Но когда прошло несколько месяцев, это счастье начало разрушаться. Да, что с ними произошло? Однажды свекровь позвала свою сноху и говорит: до сих пор я сама ходила на базар и покупала там еду. Но теперь ты пойдешь сама в магазины и будешь покупать еду. И свекровь отдала ей сумку и деньги. И невестка сказала: да, хорошо, мама, я схожу в магазин. Да, после того, как она вышла замуж, она несколько месяцев не уходила из дома. Но первый раз она вышла на улицу и пошла на базар, и она была очень счастлива, и у нее были огромные ожидания, она была в предвкушении, и она все время об этом думала. Это не проблема, что мой муж инвалид. Это не проблема. Мы зато счастливые. Да. Кто может быть счастливее нас? И она взяла сумку с собой и пошла на базар. И первое, о чем она подумала: ой, раньше мы жили хорошо, но я вышла замуж за бедного человека. Да, поэтому мне нужно максимум экономить деньги. И пошла в магазин овощей и спрашивает, сколько это стоит. Ой, сделайте мне скидочку, пожалуйста. Да, это потому, что у нас мало денег. Да, сделайте небольшую скидочку, чтобы я могла купить. Да, и сделали скидку в магазине. Она купила овощи, купила яйца, купила рыбы. Да, и пока она сделала круг по магазинам, прошло 3 часа. Да, и потом с покупкой она вернулась домой, она была очень счастлива. Да, я приготовлю вкусное блюдо, и свекровь обрадуется. Да, и мой муж обрадуется. И она радостно и счастливо вернулась домой с товарами. Но муж ее ожидал у входа в дом. У двери. Ой, дорогой, почему ты тут стоишь? Но у мужа было очень плохое выражение лица. Ой, что случилось? Тихо.
Вы хвалил его? Почему ты злишься? Вот не видишься. Что-то случилось? Сикро пангура дарва. Замолчи и быстро заходи в комнату. Ой, дорогой, пожалуйста, не злись. Ты меня пугаешь. Улыбнись. Тихо, я сказал. И она пошла в комнату. И он закрыл за собой дверь. И начал спрашивать у жены. Где ты была? Да я же ходил в магазин, ты же знаешь. С кем ты там встретилась? Да с кем я могу встречаться? Ты что, ни с кем не встретилась? Да не, ну встретилась с продавцом овощей. С кем еще? С продавцом яиц. С кем еще ты встретилась? Ну, с продавцом рыбы. Почему ты так задержалась долго? Я упрашивала, чтобы они сделали мне скидку. С кем ты еще встретилась? Да я ни с кем не встречалась. Пожалуйста, не злись. Мне страшно. Замолчи. Честно скажи, с кем ты встречалась-то? Да я ни с кем не встретилась. Да не злись, пожалуйста. Как ты смеешь лгать? Он открыл дверь. Да, в тем времени в Корее люди использовали для отопления брикеты. И поэтому есть железная палка, да, чтобы переносить горячие брикеты. Он схватил эту палку. И она подумала, что тут происходит? Дорогой, что случилось? Что ты делаешь? Как ты смеешь лгать? И начал избивать ее этой палкой. Да, и на ее руках появились темные, черные следы. Да, но она не ощущала боли, хотя муж ее бил железной палкой. Она все время думала, что происходит? Что тут происходит? Да, ведь мы были счастливыми. А тут что происходит? Мы же были счастливы. Да, я же пришла сюда ради тебя. Да, я все оставила ради тебя. Я смотрела только на твою сторону. Но что тут происходит? Что тут происходит? Да, женщина не могла успокоиться никак. Когда жена открыла ворота и вышла на улицу, и знаете, какие мысли появились в душе мужа? Моя жена слишком добрая. Она слишком наивная. Она слишком простодушная. И поэтому вышла за такого человека, как я. Вот если на улице она увидит красивого мужчину, высокого, симпатичного, то такого меня, инвалида, она возненавидит. И она последует за красивым человеком. Вот какие мысли появились в душе мужа. Нет, это не так. Моя жена не такая. Но эти мысли постоянно приходили к нему. Да, ее жена очень часто улыбается. И он представил себя, что если жена встретит другого мужчину, она будет улыбаться ему. Вместе с красивым мужчиной. Да, и он представил, как они пойдут вместе в ресторан и будут кушать, сидеть за одним столом. И потом он представил, как она возьмет за руку этого человека и вместе войдут в гостиницу. Он сходил с ума. Хотя он говорил про себя, нет, это не так, это неправда. Но не мог удерживать себя. И поэтому этой палкой начал очень сильно избивать свою жену.
А женщина просто стояла спокойно. И думала, что тут происходит. Мы же любили друг друга. Я жертвовала семьи ради мужа. Она не могла поверить своим глазам. Да, муж через некоторое время очень сильно испугался. Ой, дорогая, 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 прости меня. Как я мог поднять руку на мою жену? Дорогая, пожалуйста, прости. А она уже ничего не слышала. Да, с того времени в доме прекратился смех. После завтрака. Раньше они беседовали, веселились и радовались вместе. Но теперь она ничего не говорила. И просто пошла в кухню, и там она посуду начала мыть. И потом все другие члены семьи тоже разошлись. И она очень часто смотрела в окно далеко, как будто бы ни о чем не думает. А свекр и свекровь не могли ничего сказать, так как они следили за настроением невестки. Но она ведь не может не выйти на улицу. И каждый раз, когда она возвращается домой с улицы, то муж опять брал палку и ее избивал. И так она каждый день проводила в печали. Через несколько лет эта женщина пришла к нам в церковь, и она мне рассказала такую историю. Однажды она сказала у себя дома, да, свекрови, свекру и своему мужу. Мама и папа, вы меня простите. Я думала, что если я стану женой этого человека, то он станет счастливым. Я думала, что если муж будет счастливым, то думала, что я смогу быть счастливой. Поэтому я хотела провести всю свою жизнь в радости. Да, хотя я стала его супругой, но он из-за этого страдает, мучается. А я не знала, я не представляла себе такого. Почему, дорогой, ты мне не веришь? Да, я встречала со многими выдающимися, но я их не любила, поэтому пришла к тебе. Но почему же ты сомневаешься во мне? Да, поэтому, папа и мама, простите меня. Я просто хотела, чтобы муж был счастливым. Но он, наоборот, страдает из-за меня. Поэтому я ухожу. Да, мне очень жаль. И муж говорил: «Дорогая, ты меня прости. Да, должно быть, я сошел с ума. Я не хотел. Я не знаю, почему так поступаю с тобой. Я не знаю, что я делаю. Но, дорогая, без тебя я не смогу жить. Пожалуйста, не уходи». Но она сказала: «Да, я могу терпеть. Но почему ты мне не веришь? Да, я знаю разных, многих мужчин хороших, но я их не люблю. Я люблю только тебя. Да, я полюбила тебя. И несмотря на то, что родители были против, но я пришла к тебе. Но почему ты мне не веришь?» И после этого, да, муж постоянно брал палку.
Да, муж терял рассудок. И тогда жена тоже не стала молчать. Да, она тоже взяла эту палку и сказала: «Дорогой, я же сказала, что такое повторится». Да, что с тобой происходит? Почему ты так поступаешь со мной? Что с тобой? Ты же обещала, что больше такого не будет. Что ты делаешь? В конце концов, она ушла от него. Хотя я ни разу не встретился с ее мужем. И даже не знаю, как он живет после такого. Вы знаете, когда я бываю в колониях, я встречаюсь там со многими преступниками. Но очень странная вещь я замечаю. Да, люди не знают свои сердца. Люди, которые увлекаются азартными играми, несмотря на то, что они проигрывают деньги, но все время думают: в этот раз я точно выиграю деньги, потому что они хотят выиграть. Да, они веруют, что они смогут выиграть. Поэтому они играют в азартные игры и теряют деньги. Но в этот раз я точно выиграю. Но они опять теряют. Вот преступники. Да, попадают в колонию раз, два раза. И то многие из них живут всю жизнь в колониях. Но в этот раз меня не поймают. Если я поступлю так, если я сделаю так, меня они точно не поймают. Но их поймают. И попадают в колонию. Через 5 лет они выходят из заключения и скажут: в этот раз меня точно не поймают. Меня точно не арестуют. Никто не узнает. И таким образом многие люди живут всю свою жизнь в колониях. Почему так происходит? Потому что люди обманывают себя. Почему? Потому что эти люди плохо знают себя. Мы думаем, что можем хорошо вести духовную жизнь, можем исполнить заповеди, можем читать Библию, будем молиться. И мы думаем, что с нашей духовной жизнью все будет в порядке. Да, если я буду хорошо вести духовную жизнь, не буду грешить, останусь верным Господу, тогда моя вера будет расти. Но люди не могут жить так. Проблема в том, что почти большинство людей живет, не зная себя. Вот так говорят наркоманы. Если нужно будет, я брошу. За неделю я смогу бросить. Все так думают. И алкоголики говорят то же самое. Ну, я ставлю, перестану пить. Я захочу, смогу сразу бросить. Но это не так. Мы прочитали 21 главу Евангелия от Матфея. Да, история о виноградарях. Да, в этом мире много-много рыбаков, но они делятся на две группы. Есть рыбак, который владеет своей лодкой, а есть рыбак, у которого нет своей лодки. Те, которые владеют своей лодкой, вот когда буря, то они могут не выходить на море. Да, а потом, когда хорошая погода, они выходят на море на своей лодке, ловят рыбы и жбут. А те, у кого нет своей лодки, так как у них нет лодки, так как они не могут ловить рыбы, поэтому они, да, арендуют чужую лодку и ловят рыбы, так как они работают на чужой лодке. И поэтому и в плохой погоде, и в хорошей погоде они должны выходить и ловить рыбы. Даже если буря, они идут и ловить рыбы. И они добычу делят пополам. Половину они отдают владельцу лодки. И за оставшуюся половину они оплачивают за топливо. И также оплачивают своим работникам. И очень мало что у них остается. Поэтому каждый рыбак мечтает
о том, что они заработают много денег. Если я куплю свою лодку, то когда будет плохая погода, я могу быть дома. Да, я могу заработать, работать на себя, и будет все хорошо. И поэтому каждый из них мечтает иметь свою лодку. Но ведь за 10-20 долларов ты не купишь лодку. Поэтому всю жизнь кропотливо эти люди работают. Даже если они ловят много рыбы, но половину отдают владельцу, потом только мало себе оставляют, оплачивать деньги за топливо, оплачивать своим работникам. Очень мало прибыли доставляют. Они получают. Поэтому каждый рыбак мечтает владеть своей лодкой. Вот, когда-нибудь я тоже куплю лодку. Да, я хочу ловить рыбы на своей лодке. Да, я хочу стать богатым. Да, я хочу купить своей жене нейлоновую юбку. Хотя это смешно звучит. Сейчас никто не носит нейлоновую юбку. Но когда впервые нейлон появился в Корее, в деревне, когда жены ссорятся, они постоянно говорят: «Ты мне даже не купил нейлоновую юбку». В наши дни никто не носит нейлоновую юбку, потому что у них жарко. Хотя в них очень комфортно ходить, и стирать их тоже просто. Да, тогда все хвастались и гордились тем, что носят нейлоновую юбку. Но никто сейчас из нейлона не делает юбку. Но тогда люди мечтали об этом. Да, время очень сильно изменилось. Да, мы прочитали историю о виноградаре. У этого человека не было своего участка, своего сада. Он был обычным фермером, работником. Поэтому даже если он всю жизнь будет работать, но из жатвы мало что он берет себе, все отдает владельцу. Поэтому он тоже мечтает владеть своим собственным участком. Он жил в трудностях. Да, и, как правило, такие люди очень кропотливо и усердно работают. Да, потому что после сезона у них не будет работы. Да, поэтому эти люди жили очень бедными. Да, был такой бедный фермер, который занимался сельским хозяйством без своего участка. Однажды он по дороге встретился с богатым пожилым человеком. Он раньше у него подрабатывал. Да, поэтому они знали друг друга, и он поздоровался. «Здравствуйте, как вы поживаете?» «Ой-ой, да, ты, я тебя помню». «Слушай, я хочу кое-что сказать. То ты вечером ко мне придешь, гости?» «Ой, что вы хотите сказать такому человеку, как я?» «Нет, я хочу тебе сказать. Да, с тобой я поговорю, поэтому вечером придешь?» «Да, я приду». «Да, конечно, конечно. Я свободен, я приду». «Да, и вечером?» «Да-да, вы дома, господин?» «Да-да, заходи». Да, он зашел в комнату. Он говорит: «Давай поужинаем вместе». «Ты же не поужинал?» «Не-не, я поужинал». «Да, не, брось, на, возьми, поешь». «Я все знаю, я все понимаю. Ешь». Да, и он очень благодарил хозяина. Да, когда они поужинали. «Ой, как мы хорошо поели. А ну, возьми это тоже, попробуй. Возьми добавку». Да, и молодой человек благодарил хозяина. «И после ужина ты хочешь выпить стакан ликера?» «Не-не, все в порядке. А я обычно пью после еды». «Да-да, возьми тоже, попробуй». Да, то есть хозяин очень хорошо принял этого молодого человека.
И он начал глубоко мыслить. Ой, почему же он так хорошо ко мне относится? Я же никто. Почему он такой добрый ко мне? Да, оказывается, нужно жить, чтобы увидеть такое. Почему такое со мной происходит? Ты знаешь? Я хочу сказать кое-что. Да-да, слушаю вас. Как тебе известно, я же дружу с нашим царем. Да-да, мы знаем об этом. И царь дал мне поручение. Вау, правда? Что это за поручение? Да, мне нужно будет уехать за границу. Вау, здорово. Поздравляю вас. Да, спасибо. Да, поэтому я продал свой дом. Потому что, когда я вернусь из-за границы, то я больше не буду жить в этом доме. Я теперь буду помогать царю. И поэтому я перейду в столицу, в Сеул, да, чтобы находиться рядом с царем. Да, я должен буду заботиться о царе. Поэтому я продал все, что было в доме. Да, я все продал. Но у меня есть виноградник. Ты помнишь? Да, я помню. Да, у вас очень вкусный виноград. Да, я видел много виноградников, но я бы хотел сказать, что у нас самый лучший виноградник. Да, и аромат нашего винограда прекрасен. И люди очень быстро покупают наш виноград, потому что он вкусный. Вот я сначала думал продать свой виноградник. Но в мире у нашего винограда самый аппетитный, вкусный аромат. Поэтому я решил не продавать. Да, я хочу сделать вкусное вино для царя. Да, и когда я тоже буду вспоминать, хочу отведать свое вино. Да, я поэтому много думал об этом. Я раньше видел, как ты у нас работал на поле. Ты очень хорошо работал. Поэтому, пожалуйста, возьми на себя этот виноградник и занимайся там работой. Если ты соберешь виноград, то ты сможешь стать богатым. Да, зато я иногда отправлю своих работников. Вот просто отдай им 20% от всего дохода урожая. Да, ведь нельзя, чтобы ты жил дальше в трудностях. Да, по правилам я должен получить половину от дохода. Но если ты будешь усердно работать, да, я тебе поручаю этот виноградник. Поэтому дай мне только 20% от дохода. И расти своих детей хорошо. Да, покупай своим родителям много вкусного. Это будет хорошо для твоей жены. И когда виноградарь подумал, услышал, он подумал, какая же удача это. Господин, кто я такой, что ты меня благословляешь так? Да, ваше величество, да, я очень-очень благодарю. Эй, брось. Я живу и так, хорошо?
У меня есть одно требование. Да, вот позаботьтесь о моем винограднике. Да, я установил ограждение, построил башню. Да, и у нас есть все необходимое для производства вина. Тут много комнат. Да, поэтому завтра переезжайте сюда. И стань хозяином этого виноградника. Да, и он, виноградарь очень сильно благодарил. Господин, благодарю вас. Я всей силой, да, я позабочусь о вашем винограднике. Если вы отправите своих людей, я отдам вам часть от дохода. Я отправлю вам вино. Благодарю за то, что вы доверяете мне. Я очень благодарю вас. Да все в порядке, все в порядке. Давайте теперь будем жить хорошо, дружно и мирно. Спасибо большое. Спасибо, спасибо. Да, он очень-очень сильно благодарил. И затем... Да, хорошо, я поехал. Да-да, завтра переезжайте, хорошо? Там очень много комнат. Да, вот каждому ребенку достанется по одной комнате. Ой, спасибо. Да, виноградарь очень сильно благодарил господина. И он вернулся домой с песней, немного напившись. И он закричал: «Дорогая, я сегодня в хорошем настроении. Давай я спою тебе одну песню. Я странник своей жизни». Да, жена заметила, что муж такой счастливый. И спрашивает: «Дорогой, что случилось? Вот ты обычно не пьешь». Тихо, тихо. Если тебе это не нравится, ты можешь выйти. Я найду себе другую. Да, дорогой, не шути так. Да, они были очень счастливы вместе. И он рассказал своей жене: «Ты знаешь, господин поручил мне виноградник. Да, до его возвращения этот виноградник будет нашим. Да, мы будем богатыми. Потому что в нашем винограднике самый лучший виноград. И там есть 8 комнат. Это наш дом. Это хорошо. И там мы можем произвести. Мы можем производить там вино». Да, конечно. И они переехали туда. Господин уехал в дальнюю сторону. И они просто оставили этот виноград, давали удобрения. Да, и виноград начал созревать. И знаете, везде раздавался вкусный аромат. Да, и под ароматом они встретили утро. И дети были счастливы. И однажды он собрал работников. И собрали виноград. И положили туда в прессор. И собрали людей, у кого были здоровые ноги. И они ходили по винограду. И тогда они могли выжать сок таким образом. И они все это наливали в кувшин, поехали на базар. И люди пришли, чтобы покупать вино за хороший аромат. И он заработал вот столько денег. Да, впервые он заработал столько денег. И они купили скумбрии. И со следующего дня... Да, он купил юбку своей жене. Да, потому что у них было много денег. Да, однажды на карете они поехали. Слушай, что это такое? Да, это бэушная карета. Да,
кто-то продавал за хорошую сумму, поэтому я решил купить. Да. Это очень хорошее. Давай будем ездить. Да. То, что они ели, изменилось. То, что они носили, изменилось. Они за один день стали богатыми. И работники с уважением смотрели на виноградаря. Они благодарили за оплату. Да. Его жизнь полностью изменилась. Да, изменилась. И он начинает думать. Да, я раньше тоже был таким, как они. Это все благодаря нашему господину. Он взял своих детей и пошел в китайский ресторан. Что вы хотите покушать? Папа, я хочу поесть лапшу чаджангмён. Да, давай. Принесите нам лапшу чаджангмён. И дети обрадовались. О, я никогда не знал, что будем жить так. Дети, послушайте меня теперь. Мы это все получили от нашего господина. И поэтому, если господин придет к нам в гости, то вы с уважением должны с ним здороваться, приветствовать и сказать ему «благодарим». Если спросит, за что вы благодарны? Да, за то, что вы дали нам виноградник. Да, вы дали, благодаря вам мы живем хорошо, поэтому мы благодарим. Вот как вы должны сказать ему, хорошо? Да будьте послушными, дети. Да, и он начал все больше и больше благодарить господина. Да, и когда прошло год, прошли два года, да, и этот виноградарь молодой стал богатым человеком. Он носил хорошую одежду, он ездил на хорошей карете, и он помогал людям, деревне уважали этого человека. Он стал хорошим человеком, и он был счастлив. Это все благодаря благодати хозяина. Я должен быть добрым к моему господину. Дорогая, скажи, ты тоже благодарна господину? Вот как он чувствовал. И прошло некоторое время. И в тот день он выпил. И в хорошем настроении он вернулся к себе домой. А перед воротами стояли некоторые люди. И он подумал, кто они такие, что стоят перед нашими воротами? Эй, вы, кто вы такие? Я же спрашиваю, вы кто? Не-не, дело в том, что владелец этого виноградника отправил нас к вам за арендную оплату. Но мы сомневаемся в том, пришли на место или нет. И виноградарь подумал, наконец, хозяин отправил людей за арендную оплату. Да-да, я деньги приготовил. Хорошо. Но вы хотя пришли за оплатой. Но почему вы такие наглые? Да, вдруг он сказал нечто, о котором даже не подумал. Да нет, что мы вам такого сказали? Как ты смеешь мне ответить? Ты что, тебе нужно получить от меня? Он сам испугался, сказав такие слова. То нет, я так не собрался говорить. Я хотел быть хорошим человеком. Почему вы бьете нас? Просто говорите нам. Ты такой наглый. Хочешь, чтобы я разбил твою голову? Да, почему же я так себя веду? Я не хотел быть таким. Я хотел быть хорошим, добрым. Эй, почему же вы так мною пренебрегаете? Да не злитесь.
то мы просто пришли за оплатой. Я все знаю. Неужели вы считаете меня дураком? Да. Он не понимает, что происходит. Вот что я им говорю сейчас? Я хотел быть добрым к нашему господину. Да, я хотел хорошо принять его людей. Но сам этого не понимая, он говорит такие вещи. Слушайте, я так понял, что с вами по-хорошему не работает. Уважаемый, успокойтесь немного. Что с вами? Что сделали не так? Ах, вы до конца оговариваетесь? Хотите умереть? Жена вышла, говорит, дорогой, что происходит? Смотри, они так нагло себя ведут. Эй, вы наглые, если вы пришли за оплатой, то просто берите оплату. Почему вы себя ведете как господин? Да, он сам этому не мог поверить. Я не хотел так поступать. Я хотел быть добрым к нашему господину. Я ведь благодарю его. Он одного ударил. Но тот, падая, ударился головой об камень и умер. А все остальные разбежались. Это было поздно вечером. Жена говорит ему: «Дорогой, почему ты сегодня так поступил? Ты же все время говорила, что нам нужно быть добрыми к нашему господину, мы должны благодарить. Но что ты делаешь? Мне казалось, что ты сошел с ума». Я сам не знаю, почему так. Я не хотел поступить так. Да, я на самом деле благодарю господина. Да, нет такого человека, как наш господин. Я хотел быть добрым к нему. Но почему я так вел себя? Господин направил больше людей, больше рабов. Ах вы! Взяли теперь много людей, вы хотите потягаться со мной? Хорошо. Я тоже вызываю своих людей. И он позвал многих людей туда. Давайте попробуйте, нападайте. И рабы говорят: нет, мы не ради этого пришли. Так зачем тогда вы пришли такой толпой? Вы хотите с нами подраться? Попробуйте. Подойдите сюда. Да, я не хотел так поступать. Я хотел быть добрым к нашему господину. Я не хотел так себя вести. Да. И драка началась. И все убежали. И господину было очень жаль. Поэтому господин подумал и выслал своего единородного сына. Да, вот постыдятся сына моего, он подумал. И сын пришел к виноградарю. Ой, господин, вы пришли? Да, я сам приехал. И что дальше? Вы хотите тоже со мной потягаться? Да не, что вы такого говорите? Нет, я не ради этого сюда пришел. Мне нужно получить от вас только оплату за аренду. Отец сказал, чтобы я взял у вас арендную оплату. Неужели вы принимаете меня за слабака? И знаете, у меня тоже были мысли. Вот если бы вас, господин, не было бы, то этот виноградник станет моим, потому что твой отец старый уже. Сколько лет он еще проживет? Поэтому ты должен умереть для нас. Да что ты такого говоришь? Мой отец был всегда добрым к тебе. Да, вам просто нужно жить хорошо в этом винограднике. Отец сказал, что вы должны просто ему заплатить за аренду. Да, вы говорите словно как ангел. Да, хотя ваши рабы некоторые умерли. Но неужели вы такой добрый и щедрый? А я не могу быть таким. Поэтому, господин, ты должен умереть для нас.
пройдемтесь внутрь. Я предложу вам выпить. И после этого ты должен умереть. И он убил сына хозяина. Да, это история из Библии. Вы знаете, почему Бог написал такую историю в Библии? Да, хотя мы живем, но мы себя знаем плохо. Да, мы думали, что можем перестать пить, если мы так подумаем. Если мы захотим, то думали, что сможем бросить наркотики. Если я хочу быть добрым, то мы думали, что мы можем быть добрыми. Но все это был обман. Да, думал, люди думают, что если они послушаются слов, будут исполнять заповеди, то смогут жить хорошо перед Богом. Но, дорогие, эта история, эту историю пересказал Иисус. Он увидел сердца людей. Да, наркоман всегда говорит, что он бросит наркотики. Алкоголик тоже всегда говорит, что он перестанет пить. Те, которые курят, всегда говорят, что перестанут курить. Но в сердцах это не так. Если они хотят, то они просто должны бросить и перестать. Да, он должен просто перестать курить. Они думают, я просто перестану курить, пить. Вот отец одного моего знакомого человека умер из-за выпивки. Из-за того, что он много выпивал, у него появилась болезнь. И врач ему сказал: теперь вы, господин, не должны пить. Если выпьете, то умрете. Вы не должны выпить ни глотку. Если выпьете немного алкоголя, вы умрете. И он вернулся домой из больницы. Да, после лечения он собрал своих детей и сказал: эй, ребята, я выздоровел. Но врач мне говорит, что если я умру, если я выпью немного алкоголя. Но я никогда не буду пить. Поэтому вы видите, что если я буду пить, то, пожалуйста, запретите. Остановите меня, хорошо? И таким образом он бросил пить. И осенью, да, отец надел праздничные одежду. Обычно такую одежду носят, когда приглашают на пир. О, я иду на юбилей моего друга. Отец, лучше туда не ходи. Вот там ты будешь пить обязательно. И послушай, если я знаю, что умру, если выпью, то неужели я буду пить? За кого ты меня принимаешь? Не-не, отец, лучше туда не ходить. Но это же юбилей моего друга. Как я могу туда не ходить? Не может быть. Я просто не буду пить. Да, я просто поздравлю их. Я буду просто радоваться там за моего друга. Ну хорошо, но лучше тебе туда не ходить. Ты что, неужели ты считаешь, что я такой бестолковый человек? Я просто там повеселюсь, поем немного сладостей. Если я выпью алкоголь, то я умру, поэтому я не буду пить. За кого ты меня принимаешь? Отец пошел на пир. И на этом пире люди целыми днями выпивали, веселились, разговаривали. И когда он приехал туда, он говорил: вы никогда не предлагаете мне пить. Если выпью немного, то я умру. Поэтому вы должны меня, наоборот, останавливать. Да, хорошо, ты не будешь пить у нас. Хорошо, договорились. Да, но ему было очень весело там. И после обеда, да, там достались бокалы. И тогда он тоже попросил: немного мне налей. Осень, если немного, то все будет хорошо. Нет, тебе лучше не пить. Нет, нет, я не думаю, что будет проблема. Это же совсем немного. Все хорошо.
Нет, лучше все равно тебе не пить. Марго. Да не-не-не, ты брось. Налей ему немного, пусть он попьет немного. Это не опасно. И поэтому ему налили совсем немного. И он выпил. И не было никаких проблем. Ой, со мной все в порядке. Может быть, врач меня обманул, чтобы я бросил пить? Ну, налейте еще немного. Вот столько. Нет, больше не пей, не рискуй. Нет, со мной все будет в порядке, все хорошо, я могу выпить. Налейте немного еще. И все с ним было хорошо. А, вот что сказал нам врач. Вот врач меня хотел обмануть, потому что я ничего не знаю. Сказал, что если я выпью, то умру. Вот я выпил немного, и со мной все в порядке. Да врач нас обманул. Ай, смотрите на них. Еще немного налей, и он выпил. И с ним все было хорошо. Да, все было в порядке. Да, этот врач солгал. Ну, налейте мне еще бокал. Он выпил. И все было хорошо с ним. Все в порядке. Он выпил два бокала. Три стакана выпил. И все было хорошо. И вечером. И когда пир приближался к концу, и вдруг он закричал: «Ой, у меня, по-моему, расстройство желудка. Это, может быть, я выпил? Ой, мне больно. Ой, больно. Ой, мой живот. Я умираю. Ой, как больно». И он умер. Да, так же вот все люди. Они все так себя ведут. Дорогие, так как мы не можем доверять себе. Да, поэтому, когда сказали, что вы умрете, если выпьете алкоголь, поэтому он не хотел пить. Он думал, что не будет выпивать. Да, виноградари хотели быть добрыми к господину и думали, что они могут быть такими. На самом деле, эта история касается не только виноградаря. Касается каждого человека. Да нет такого, который отличается. Но многих людей, многие люди обмануты. Если я брошу, то я больше не могу, я могу больше не пить. Я этим просто не займусь. Да, я больше не буду обманывать. Я теперь усердно должен жить по слову Бога. Я должен исполнять проповедь, заповеди. Но самое главное, дорогие, да, что говорит нам Иисус Христос? Иисус Христос не говорит нам, чтобы мы вели себя поосторожнее или не выпивали. Да, Библия говорит, что мы должны сораспяться Христу на кресте. Из наших братьев и сестер, из наших служителей в церкви, и люди, которые получили прощение грехов и радовались. Но я видел, как многие из них отпустились и оказались в трудностях. Да, они вот в этой церкви получили прощение грехов, но теперь они противостоят церкви. И лжесвидетельствуют плохими словами о церкви. Я заметил много таких людей. Хотя они услышали Евангелие от Божьего слуги и получили спасение. Но их обманывает сатана. Поэтому они говорят все плохими словами про церковь. Я видел много таких людей. Но проблема в том, что мы не должны верить себе. Но большинство людей думают, хотя я согрешил немного, но они думают, что они неплохие, надежные люди. Вы все, если сатана, вы окажетесь в руках сатаны, вы все будете грешить. Вы все будете совершать зло, как Юда Искариот. Возможно, вы отречетесь и предадите Иисуса. И, возможно, вы станете страшными, злыми людьми.
Магия, 여러분, 속이는데, да, сатана вас обманывает. 속으면, но если вы будете обмануты, то, возможно, вы тоже станете дьяволом. Да, люди надеются на себя. Виноградари хотели быть добрыми к господину. Они хотели хорошо служить ему. Верили, что все будет хорошо. Да, но это надежда на себя. Сатана намного мудрее вас. Да, все ученики Иисуса Христа отреклись. Да, Иуда предал Иисуса. В Библии очень много таких слов и историй. Вот в книге Судей, дорогие, вначале израильтяне служили Господу, и все было в порядке, но когда им стало лучше, они оставляют Бога, они начинают служить другим богам, Аптарету, и Господь проклинает их, и они в слезах раскаиваются, и когда Господь их спасает, то через некоторое время опять начинают служить иным богам, опять они начинают творить зло. И опять они начинают впадать в грех. Таков есть человек. Да, поэтому, хотя другие люди все так поступают. Но я не буду таким. Каждый человек так думает. Вот как думают все люди. И вот почему, что если вы будете надеяться на себя, если вы будете надеяться на себя, то, возможно, не сейчас, но в скором времени вы станете рабами сатаны. Так сказал Иисус. Виноградарь. Да, виноградарь ведь очень сильно благодарил господина виноградника. Хотя он жил очень бедно и печально. Но когда господин поручил ему виноградник, он начал жить хорошо, он стал счастливым и радостным. И говорит, это благодать от господина, я благодарю его за это. Да, многие люди получили прощение грехов кровью Иисуса. Да, и многие люди хотели жить ради Господа. Вот в 1962 году я получил спасение от грехов и поступил в миссионерскую школу. Вот тогда в городе Тегу сотни братьев и сестер да, приняли решение жить только ради Господа Иисуса. Но из них ни один человек не живет ради Иисуса сейчас. Они все начали жить по плоти. Да, они вернулись в мир. И они начали впадать в грех. Итак, они говорят, да, это брат был таким. Он думает, что не будет таким, правда? Он думает, что он сделает все правильно. Думает, что никогда не противостанет церкви. Думает, что никогда не будет деградировать. Нет, таких людей всех обманывает сатана. Но Иисус Христос говорит, кто хочет последовать за Мною, да, отрекайтесь себя. Да, отрекаете себя. Поэтому, хотя мы верим Иисусу, да, я получил благословение от Бога, я должен быть добрым к Нему, я должен хорошо Ему служить, я должен жить ради Него. Да, люди начинают в таких мыслях. Но тогда будет обязательно проблема. Мы должны перестать надеяться и верить себе. Мы должны отречься от себя. И в 62-м году, когда я был в миссионерской школе, да, там было много людей, которые были лучше меня во всех аспектах. Но я сейчас не знаю, где они находятся. Правда. Я знал только одно, что я претерплю крах, если буду следовать за мыслями. Если я буду следовать за моими мыслями, я претерплю крах. Да, иногда у меня бывают хорошие мысли. Да, думаю, что все будет хорошо. Но это моя мысль.
Или это желание Бога? Да, я перестал верить себе. 그런데도, но все равно 종종 또 나 순간 나를 믿을 때가 있고, время от времени я опять доверяю себе. И очень часто я ошибаюсь. 대부분 사람 내가 구원받고 기쁘고 즐거우니까. Да, большинство людей после спасения грехов радуются и веселятся. 그 진짜 곱고 예쁜 아내 얻은 남자가. Мужчина, который женился на красивой жене. 자기 아내 사랑하면서. Да, хотя он любит свою жену, но когда мысль попала, он с ума сошел. Он не может это терпеть. Злой дух действует в вас. Когда он вкладывает злые мысли, то мы станем обязательно злыми. Да, хотя злой получил прощение грехов, но он отпустится. Да, люди не поймут, как можно так себя вести. Но истинная церковь, в которой мы получаем прощение грехов, говорят, что такая церковь долго не живет, что они обязательно обанкротятся. Вокруг меня есть люди, которые после спасения грехов всей душой служат Господу. Да, многие из них выпивают, курят. Да, таких не один. Не два. Вот. Независимо, несмотря на то, какие мы люди, мы идем туда, куда ведет нас сатана. Поэтому мы не должны надеяться на себя. Мы должны смотреть только на Иисуса. Я сделаю так-то так. Нет, вы не должны надеяться на себя. Потому что я ужасный и грязный человек. И меня может легко обмануть сатана. Поэтому меня должен вести Иисус. Поэтому Господь должен вести мою жизнь. Даже среди проповедников есть многие, которые надеются на себя. И хотя они получили такое удивительное спасение грехов, но их быстро обманывают, и поэтому начинают выпивать, принимать наркотики и впадать в грехи. И противостоят церкви Иисусу Христу. Да, сатана любое время может так сделать. Но что Иисус Христос говорит в 21 главе от Матфея? Да, виноградари хотели быть добрыми, господин, но они благодарили его. Они не хотели так себя вести, но дошло до того, что они убили даже сына господина. Никто из вас считает, что я не такой человек. Но если сатана будет действовать, то и вы будете как сатана. Вы не должны забыть меня. Вы должны верить только Иисусу. Это моя воля. Говорит так. Если мы не будем следовать за словом Иисуса, то сатана очень легко обманывает нас. Да, для сатаны не составляет никакого труда, чтобы вы снова впали в грех. Перед законом мы должны быть скромными. Мы должны быть кроткими. И мы не должны верить в себя. Многие люди получили спасение, получили прощение грехов. Сегодня рано утром, да, в нашей церкви есть пресвитер и сын. Они 4 утра позвонили. Да, я взял трубку 4 утра. И он спросил: пастор, вы можете с нами встретиться? Да, хорошо, ко скольким вы можете приехать? Да, к 5 часам. Да, пастор, мы хотим с вами пообщаться. Знаете, мой внук идет в армию, поэтому я должен был забрать его на машину. Да, знаете, этот пресвитер служил в церкви, болеющих лепрой. Да, в 97 году я там проводил евангелизационный семинар, и многие болеющие лепрой получили прощение грехов. И из них один пресвитер, у него был свой инкубатор дома.
Но после получения прощения грехов, он сказал своей жене: «Дорогой, с сегодняшнего дня, что бы я ни делал, ты не выступай против, ты меня не останавливай, хорошо?» И он половину своих куриц продал. У него было 6000 куриц. Ну и да, 3000 мы вполне можем заработать себе на жизнь. И он половину продал и взял эти деньги, положил эти деньги в сумку. И он начал посещать своих друзей, других пресвитеров, и рассказал: «Я получил спасение от грехов. Я родился свыше». Как? Да, проводил семинар пастора Супак. Да, я вас познакомлю с пастором Супак. Да, вы приглашаете его тоже на семинар. Да, проведите конференцию. Семинар был обильным. Но многие из них сказали: «А, мы не сможем провести, потому что у нас нет бюджета». Тогда он открыл из сумки деньги и сказал: «Да, этого достаточно для проведения семинара, да?» И таким образом, в 7 церквах, благодаря содействию этого пресвитера, мы провели евангелизационный семинар. И даже многие болеющие лепрой освободились от грехов. Была церковь в Чунгму-Вэйчжоу. Да, пастор был пожилой человек, у него была любовь к болеющим лепрой. И они готовили его юбилей. Говорит: «Нет, я не хочу. Я поеду куда-нибудь». «Пастор, ведь вы наш отец, мы хотим подготовить пир для вас». И тогда пастор сказал им: «Нет, нет, я все это не хочу. Зачем вы хотите готовить пир для меня? Вы должны готовить пир, который я хочу». «Да, пастор, скажите, что вы хотите. Мы все это выполним». «Хорошо. Давайте мы проведем пир на неделю». «Хорошо». «Да, давайте мы пригласим пастора Пак и проведем семинар». «Из церкви Чунгму». И в долине болеющих лепрой я провел семинар. Я посещал многие-многие места, где проживают болеющие лепрой. Мы с сыном на машине, когда ездим, я говорю: «Янгук, вот за той долиной, за той горой стоит церковь. Вот там раньше был один пресвитер. И там живут болеющие лепрой». Мы тогда проводили семинар, и многие люди получили спасение. Вот там я проводил раньше семинар. Вот тогда в этих церквах многие болеющие лепрой получили спасение от грехов. Да, и мы с ними там проживали вместе, как друзья. Вместе мы ели за одним столом, вместе мы пили, и вместе мы спали. А потом некоторые болеющие лепрой сказали мне: «Да, пастор Супак должен болеть лепрой. Должно быть, он болеет лепрой». И потом подошли ко мне и сказали: «Пастор, скажите нам честно». «Что вам сказать честно?» «Мы все знаем, пастор». «Что вы знаете?» «Скажите нам честно, пастор». «Я ничего не скрываю от вас». «Не-не, пастор, мы все знаем». «Что вы знаете? Скажите мне». «Пастор, вы же тоже болеете лепрой?» Я говорю: «Пока нет. Через год я вам скажу, болею я или нет». Да, 3 года длится инкубационный период лепрой, поэтому через 3 года я вам скажу только. Тогда было все хорошо. Я во многих местах мы проводили семинар. И в городе Йосу, в церкви Иванён, мы проводили семинар, и тогда слушали Евангелие около 7-800 человек. Они все получили спасение от грехов и радовались. Да, мы все были такими счастливыми. Да, все они готовы были жить и жертвовать своей жизнью ради Господа. Я однажды поехал в Тегу, и некоторые люди пришли ко мне и сказали: «Ой, пастор,
Вот с нашим пастором есть проблема. Я приехал к этому пастору и дал ему совет. Но этот пастор последовал за мыслями и пошел. Поэтому, дорогие, пожалуйста, хватит доверять своим мыслям. Каждый из нас, мы считаем, что мы неплохие люди, что мы можем вести хорошо духовную жизнь. Но 21 глава Евангелия от Матфея говорит нам, виноградарь тот, наш прообраз. Да, хотя он получил благословение, живет счастливой жизнью. Попробуйте прочитать книгу Судей. Когда израильтяне начали жить хорошо, они начинают служить Ваалу, другим богам. А когда были трудности, они пришли к Богу, плакали. Да, когда они были взяты в плен, им было тяжело, а потом Господь благословляет их. И живут, и через некоторое время опять они начинают творить зло. И все это продолжается постоянно. Да, так живут люди. И поэтому мы должны отречься от себя. Да, я должен... Все со мной будет хорошо. Не верьте тому, что все будет хорошо. Вы должны верить только в одного Бога. Да. Да, ваши решения, ваша решимость ни к чему. Виноградарь получил огромную благодать от Господина, поэтому хотел быть добрым к нему. Но убил, в конце концов, сына Господина. Да, произошли такие вещи, которые сложно было представить. И потом он стал истребленным. Да, каждый человек так живет. Но несмотря на это, как сказал виноградарь, я должен быть добрым к своему Господину. Да, я его очень благодарю. Да, мы должны быть добрыми к нему. И жена говорит, да, мне показалось, что ты потерял рассудок. Вот ты сам говоришь своим детям, чтобы они все были добры к господину, вежливыми. А ты почему так себя вел? Да, мне казалось, что вчера ты был сумасшедший. Если нас всех обманет сатана, то мы сходим с ума. Мы не можем быть нормальными. Эй, это плохой человек. Этот человек плохой. Да, человек так себя ведет, если сатана действует. Поэтому мы ни в коем случае не должны надеяться на себя. Мы не должны надеяться на свои способности. Мы должны знать, что мы можем споткнуться. Мы можем совершать грехи в любое время. Поэтому мы должны доверять все в руки Иисуса Христа, должны отречься от своих мыслей. И мы должны следовать только за Словом Иисуса. Да, после спасения многие люди развратились, и они лжесвидетельствуют, препятствуют церкви. Это то, о чем мы не могли думать раньше. И вы все вполне можете быть такими. Поэтому если вы будете верить себе, не нужно верить себе. Когда вы будете верить только Писанию, вы можете получить благословение. И долгое время, служа Господу, да, я желаю, чтобы вы жили ради Евангелия. Среди проповедников, с которыми мы трудились ради Господа, были хорошие люди. Я видел, как эти люди деградируют и падают. И я тоже любое время могу деградировать. И я тоже могу любое время ошибиться. Поэтому давайте не будем надеяться на себя. Будем верить только Слову. О, если я решил, у меня получится. У меня все будет хорошо. Нет, никогда. Вот поэтому ставьте все свои мысли. И должны верить только Богу. Только тогда у вас будет настоящая духовная жизнь. Давайте мы помолимся. Господь наш Отец, через Библию Ты нам показал наш вид, нашу сущность. История о виноградаре — это не чужая история. Это наша история. Мы получили милость от Господина, получили благословение. Но мы убили Сына Господина. Да, мы можем быть такими. Поэтому мы не будем доверять себе. Господь, помоги, чтобы мы надеялись только на Тебя. Чтобы мы перестали надеяться на свою решимость. Дай нам понять, что мы бесполезные люди.
Мы хотим только Тебе служить, Господь. Дай нам жить такой жизнью. Господь, благослови всех нас. Благодарим Тебя. Молились во имя Иисуса Христа. Аминь. Дорогие, большое вам спасибо.